Привет, друзья! Опубликованы кадры работы российской мобильной радиорелейной станции связи R419L1, принятой на вооружение в 2018 году. Станция производится на радиозаводе имени Попова. Станция связи R419L1 размещена на шасси КАМАЗ-34-350 и предназначена для организации связи в составе полевых систем связи тактического и оперативного уровня. Радиорелейная станция дает помехозащищенную связь в аналоговом, цифровом и смешанных режимах. Данный тип связи существенно лучше защищен с точки зрения радиоподавления и радиоперехвата. Станция обеспечивает связь на линиях протяженностью до 120 км в диапазоне 390-645 МГц, в цифровых режимах до 400 км и до 1500 км в диапазоне 1550-1850 МГц. Максимальная скорость передачи информации 8 мегабит в секунду. Станция связи R419 имеет два бортовых электроагрегата AD4T401VM-M2 и работает автономно не менее 48 часов без пополнения запасов топлива и воды. Время развертывания станции 25 минут. Время наработки на отказ не менее 20 тысяч часов. Срок службы не менее 15 лет. Обслуживает станцию 4 человека. В данный момент экипаж отрабатывает развертывание станции R419L1 в одном направлении, в одном диапазоне. Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных линий, а также отвлечения каналов от многоканальных станций, тропосферных и проводных линий связи. Данная станция может работать встречно с аналоговыми, также с цифровыми станциями. Данная станция может работать абсолютно автономно, не завися ни от питания, ни от других станций. Может сама обеспечить себе связь как в оконечном, узловом, а также в ретрансляторном режиме. Развертывается экипажем в составе 4 человек. Водитель занимается тем, что обеспечивает подание электропитания от автономных дизельных станций, которых на борту находится 2. Параллельно этому механики разворачивают станцию в направлениях их работы. И, соответственно, после ее развертывания начальник экипажа входит в связь.